Привет, дорогие зрители, меня зовут Коман, с возвращением в Saints Row 3. Итак, друзья, мы тут за кадром чуть-чуть приоделись, ничего важного вы в плане сюжета не пропустили. Выполнили еще один очень странный дополнительный квест, можно сказать, он был ровно на 5 минут продолжительностью. И на этом все. Сейчас будем заниматься другой всякой херней, скупать дальше город, искать более крутые шмотки, ведь мы шопоголики те еще. Пам-пам-пам. Блять, денег точка нет. Слава богу, ты как я. Где мой Порш? Ое, бэби. Фу, чё за говно, почему не могу пользоваться магазином, пока пользуешься им ты? Гаражом. Бля, какой же охуенный Порш. Бля, какой же классный байк. Бля! Краску поцарапал. Нормально, нормально. Нихера себе, у меня байк дороже, как твоя тачка. Вау, классный музон у меня играет. Так, ну да. Бля, ты заебал мою машину таранить, блядь. Ты сначала предупреждал, что тормозишь, сука. Фига чего, от тачки кайфует. Ты че у меня в салоне, блядь, в дыму сюда? В смысле, в ком дыму? Ты не видишь? Стынер в салон у меня. Я смотрю, там ничего. Да, у меня вообще все в дыму там, блядь. У меня вон чел в твою тачку идет, сначала он кайфовал от него. У-у-у. Теперь вообще в панике. А чё тебя трясёт? Тебе холодно, блядь? Ладно, неважно. Так, миссии. Страх, мошенничество. Боже, стой, даже не знаю. Я тоже гляну, погоди, не принимай. Ну, смотри. Выбирай любую. Давай дальше Кензи, нахуй. Давай. Чтобы не добраться до декеров, тебе придется сломануть одну из поставных компаний. Какую конкретную? Они производят заборы. Заборы в смысле ограды, а не в смысле отъем денег у населения. Ты издеваешься, да? На самом деле это очень серьезно, но если ты предпочитаешь, чтобы эта грязная организация продолжала закачивать бабки, я это сделаю. С тобой быстрее сказать да, чем докапываться до причин. Это ты к чему? Ничего. Нихуя не понял диалога. Я тоже. Неважно, это Saints Row, все нормально. Устройте... О, бесконечные боеприпасы, погнали, еще и гранаты. Но тут особо не устроишь, что ничего нету, блядь. Сейчас будет. Где гранаты? Ой, извини, твоей машине капс дам. Ну, твоей моей тоже. А моя еще держится, малыха? А, нет, все взорвалась. А, нет, еще живая, ебать, нихуя. Да, я понял тебя. Надо, я эту инъекцию сделал. Это машина, она живая. Да-да-да. Лови, говно. Я ее в безопасное место отведу. Да заебал, что ты, зачем ты меня стреляешь? Ладно, извини. Ой, блин, ты же не слышишь, как есть музыка ебаши, да? Поставлю каброн. А, блядь, каброн играет. Вообще-то слышу. Слышишь? А слышишь, как я переключаю? А вот сейчас не слышу, блин, я только что слышу арава. Вот это. Да не выключай ты, блядь. Боже, какая-то ППшка дерьмо. Во, шифтом выхожу, типа на музыку оставляет кайф. А, слушай, нам поспешить надо, у нас время ограничено. Да 4 минуты. Ах ты. А, надо 200 баксов, а мы только 20 заработали. Ну вот я об этом подумал. Пойду, не знаю, бензоколонку взорву. Ты мою машину взорвал. Ну извините, она рядом стояла. Что? Ёбаный твой рот, блядь. Это Saints Row, нормально все. Вот заправки, давайте, бабах. Бля, вот тачки, бля, закидаем гранатами. Ой, подумай, газ. Бля, денег уже нет. То есть это... Времени. А разве сейчас можно покупать? Ну, я пусть. А, тут еще и в определенном районе, блин. Ой, опять скоростная. Блин, времени да... вообще нет. Вот тут именно. Нечего взрывать. Так да, вот в этом прикол. Еще оружие парашное дали. Ублюдки, пистолеты, они диглы. ППшка сраная, не. Да какого хрена, почему мне пистолеты дают, если у меня самого диглы? Ну только у меня дробовик не тот. У меня тоже не тот какая-то хрень. А вот машины стоят, что ты их не взрываешь. Они только что заспавнились, блин. А че разрушать-то? А, на них не дают денег, они не вне зоны. Да. Так пипец, пустые улицы, че за фигня? По факту, а что делать? Ну, блин, кидаю все, что вижу, столбы, блин.
Жесть, миссия что-то непростенькая. Найс, заборы снесла. О, банда. Блин, некого взрывать, чем... У меня полно. Ну взрывай. Взрываю. Здорово, пацаны. Че ты стреляешь, ебать? Тут у меня куча народу. Так взрывай. А, блин. Ладно. Как интересно, офицер удерживает в ебле два выстрела Дегора. Это Saints Row, не надо вопросы такие задавать. Игра тебе не ответит, она тебя пошлет нахер. Блин, 123 бакса, как еще заработать 70? Блин, очень долго зарабатываем. Я стараюсь. Бля, нихуя нету. Копы приехали, тупо стоят, как я взрываю все. В том числе их. А... Алло. Алло, алло. У меня игра зависла. Да? Да. Блин. Блин, Saints Row, ты стебешься. 6 минут записи. Я тебя понял. Игрок отсоединился, миссия проваливает. Начало, мое почтение. Блядь, ну заходить. Бля, опять по ноль для стекла зарабатывать. Ой, погнали, блин, быстро. Взрывай все, что движется. Взрывай и убивай всех. Столбы, гаси столбы. Столбы, самые прибыльные. Взрывай все нахрен, инфраструктуру. Заборы, все сноси. Кто нахуй? А, так вот почему этот Кинзи говорил про забор, это не зря, от них больше всего баба капает. Какой бы у этих бат машинки прокачаны были немного, в отличие от обычных, а только разрываться так же. Ну, и слава богу. Да не, ну, как бы не особо это. Ау, я бензоколонка. Взрывай их нахер. Бух! Всего лишь 1500 за две бензоколонки, да? Ну, зашибись, не ценят здесь бензоколонки. А, блин, я себя гранатой ушатал. Где эта скоростная? А, она сдохла. Блин, так она мою комбо прервала, тварь. Ну, в этот раз мы быстрее сейчас заработаем, изи. Ну да. Я просто в прибыльное место пошел. Дроп. Да, просто когда кидаю, все, деньги получаю. Капец, реально за заборы капает, я в шоке. Заборы, Карл, обычная ограда. Ну вот это, скоростные девки приехали, на гранате надо все подорвались. Ну у меня так же. Она такая, только отсюда такая, я полетела! Лети на гранате, блин. Здорово, бомж, тебе кобзда. О, боже, БДСМ. Чего? Ладно. А ты жив? Так вот и поехала, иди сюда. Все, сейчас заработаем. Изи. Все, 200 баксов. Бом! О, у этих моментов черные машины прокачанные? Да. Вот у меня такие стояли просто на месте и не вдупляли, что происходит. Так, спасибо, да. Очень сильно похуй. Нифига у меня хп, а чё мне так плохо? Ой, блин. Жёсткий One Punch Man. Так. Так, магазин надо. Ангел-хранитель? Я охуел, блядь, занят нахуй. А, кстати, патроны надо купить, боже. Так, у нас еще по сути диалог. Слава богу, мне нужна твоя помощь. Кинзи, не стану я больше таскать коробки. А, блядь, это то самое, что ли? Я вышла, они меня нашли. Кто? Деггер, кого-то я взломал-то... Погоди, не отвечай. Я помогу тебе выбраться. Нет, лучше займи позицию, прикрой меня. Хорошо. Или мы это не делали?
Я хз, я вообще не помню эти квесты. Мне просто тут же задания повторяются, если ты все сделал. Лол. Они бесконечные, типа. А, прикольно. Ну, возможно, да, типа, есть такое. Только я не уверен, типа, это вроде продолжение. Нифига себе. Второе разрушение 95 баксов, а третье 9500. Вы на калашку получать? А, блин. У меня вообще все первого, блин. Офигеть, калаш, что? Калаш 9500 уже супер. А ППшки? Не, идите в жопу. Я бы на Синках куплю. Денег точка нет. 5 баксов у меня, 5 тысяч. 3 тысячи. Не, нафиг так. Вызываем транспорт. Подожди, чё, 500 баксов за доставку? Это за ремонт. Можешь мою слиться? Ладно. Чё-то байк мне не доставили, ну ладно. Заплатил просто за ремонт. Но тачку не доставим, точнее байк. Блять. Тупо вот класс. Ну, прикольно так дождь по крыше фигачит, очень, типа, атмосферненько. Только эффектов дождя на машине вообще нет, но игра старая. А так да. О, слышь, тут одежда, может глянем? А, я знаю это, ну давай. Заодно магаз, может, купим, если он этот недорогой. Не, я не куплю его, если ж денег нет. Так, пикапуэс. Две из... Да ёб твою мать. 5000. Гнида. Здрасте, о. О, это что-то панковское. Да-да-да. А, это где я одевался, что ли? Опа. А, мы тут были. Да, я здесь юбку одевал. Ну, ладно, быстренько. Да, я здесь юбку покупал, я тут ничего не буду. Вообще, я быстренько пролистаю. Нет, я тут был. Так, а чё по... Стой, я быстренько зайду в настройки, быстро, очень быстро, очень быстро. Да заходи, быстро, заходи, не ссы, заходи, ёпки. Так. А, наверное, на этих, да. Ладно, можно ехать. Так. Вот и исчез. Так, сейчас магазин приобретаем. Деньги хватило? У меня 5000, у меня 33 бакса осталось. Поехали. Поехали на Фениксе, красотка. Гнидыч на Хаммере. Во, каброн. А, кстати, да. Это классика. Аре. Бля, мы уже приехали. Ну, блин, ладно. Неважно. А, да, мы... Слушай, я знаю, я видел, что Дейкер на подходе, так главное, вытащи меня. Не волнуйся, сюда тебя не бросят. Тебе далеко говорить, с тобой никто не гонится. Кинзи, я спускаюсь с дома. Бля, ну им проститутки с ним. Близняшки причем. Да, кстати. А нахер вообще мы это делаем, значит, просто переехать на место не может? Нет. Ну ладно. Чел тупо из машины вылетел. Блин, у них очень странное перемещение. Да. Ебать, что делать? Сбили проститутку. За это мне не платили. Двойное снайперское прикрытие. О, да. Они улучшение купили. Двойное проникновение. Водила просто уснул. Да. Но это моя работа. Они выдерживают снайперский выстрел. Ставлю лайк. А что за мечи у них на спине? Они могут им пользоваться? Нет. Они их для пафоса таскают. Я чуть-чуть эту машину... А, они до тачки бежали? Ну, ладно. Блять, я же сказал, почему мне просто поехать не могу? Одну проститутку бросили. Так, Rocket Launcher. Что за говно играет? Дайте каброн. О! А музыка есть? Тут радио. О! У меня нету. О, класс! Ёб твою мать. Точно нет? Нет, я нажимаю. О,
апиталута, а мута тита. Алета мута, Класс. Лучше выстрел еще увидел у тебя. А. Бандитская машина. Я бандит. Чего? Стейлпорт, полис. Боже, классный саундтрек, спасибо, каброн. Видел там стейлпортовская полиция? Да. Я этот плакат уже не один раз видел. Так, аккуратно. Кстати, прикольно тут все понаделали, так качественно. В плане антуражности города, что ли? Да. Ну, правильно. Ну, типа, вот, это здание полиции, типа, давайте. Мы не можем так стрелять? Да, блин. О, пока. Бум! Лучший вид вообще был. Да. Они бы еще к зданию вплотную подъехали. Ну, пилот, как всегда, бог. Ну, кстати, по факту пилот бог, он боком валит за машину. Не задевает здание, еще сквозь провода, неважно. Вообще пофиг. А че? Ладно. БТР? Бандит? Круто им через крышу перелетел. Это нормально. Не все можно оправдать. Тут ничего не надо оправдывать, это Saints Row, блин. Бля, вот и оправдал, блин. Я только хотел сказать, ничего не оправдывает, типа, что это Saints Row. На, блин. Бля, осторожней стреляй. Да ладно, ох, ё. У них подсветка, серьезно? А чё нет, имеют право. Взять подсветку и сдохнуть. Так это вроде специализированная машина. Ну мы на ней тоже можно рассекать, и чё? У нас есть метла, летающая из Гарри Поттера современная, это раз. У нас есть летающий мотоцикл от Кабана. Самолет, Ми-24 вертолет, блин. Джип бронированный, и чё-то там ещё. Тебя это вообще не удивляет? А то, что... Я просто с этим не сталкивался. А то, что Деккер в БТР, вау, неожиданно. По факту, откуда у бандитской хуйни БТР, блядь? Тебе напомнишь это Saints Row? Хотя сам по себе, когда типа без миссии, их не бывает. Слава богу. А то приходилось на разворачиваться на РПГ. Лезу короны прямо похоронные, блин. По факту. Копы, здорово. Вообще пух. Не мои проблемы. Нам за это не платят. Пойдем пучки купим. Окей. Бля, мы уже проходили такую миссию, они прям это пирс охраняли. Да они однотипные. Просто персонажи меняются. Так, о, денежки. Так, блин, денег нет. Это почему я опять тачку не могу доставить? Атака с вертолета, бля. То же самое, что ли? Походу. Давай. Я хочу Кензи полностью сделать. Ну ладно. Я могу добраться в некоторые места, где дырки развернули свою сеть. Слишком высокий уровень безопасности. И есть способ это исправить? Да, придется поездить по адресам и взломать их по одному. Они же тебя заметили, ты никогда к ним близко не подберешься. Подберешься, если ты за мной приглядишь. Ну, с вертолета, и с пушками на борту. Да, могу воспользоваться, сработает. Вертолет у меня уже есть. Понятно. Я заказал машину, и на меня сбили хуй, блядь. Чего, тебя сбили? Я заказал машину, и на меня хуй забили. А, знакомо? Заказывает эмоции. Я не могу. Меня нахуй посылают. Ну вот Порш. Не мой, ну. Да похрен. У меня такой, все. Фига там чего полетел. Да, я видел. Ого. Боже, это опять писем на вертолете, ну ладно. Да. Ладно, чё? Ну надеюсь, она не повторяется же. ХЗ. Я что-то помню, что некоторые эти тупые миссии, мы с них угорали. Но больше часть, по-моему, говно. О, ты что делаешь, инвалид? Чё? Да видел вот этот тип, который сзади нас вот на этой... Блядь. Он на дорогу смотрит. Да, забей. То есть у него лицо вообще не помялось. Круто. Зато капот. Да. Здесь есть... Тут банда. Уничтожим? Давай. Вот так.
Отлично. Изи. 4 звезды, пиздец. Погнали! А, блин, в колесе прокололи. А, щит, небронированное говно. Проехал! Все, мы в домике. О, ты что, Докинс, только тебя жду, а ты-то как, справишься? Если ты все, что надо, взломаешь, то я исправлюсь. Разумно. Oh, русские Ми-24, погнали. Жалко, они не самонаправляющиеся ракеты. А, блин! Эти чудесные штуки. Как тебя откинуло? Там дичь была. Давай за ней. Мастера-пилоты. Они не могут? Блять! Чего не могут? Как же тесно вдвоем в одном небе. Да! Не стреляй ракетами! Я не стреляю рядом с ней, я нормально. Ты только что рядом с ней шмальнул. Да сука! Так, Каброн, где чувством с говном мне играет? О, кстати, да, блин. Ну, пойдет. Бля, прикольно, такое охранение летает. Вообще. Первая остановка, ударка в анонсированное устройство. Где вы что положено? Боже. Ну почему персонажи так быстро говорят? Да-да-да. Это не так-то уж сложно. Надо было им систему безопасности апгрейдить. Это работает против нас, Кинзи. Вертушка! Вали говно! А. Пукнул и сдохло. Оу, oh, yeah. А почему у меня хвост помят? У меня бампер помят, блин, вообще передняя кабина. Ты в него въебался же, блядь. У меня вся кабина расхреначена. Опа, лучше начало. Блин, обманул меня. Они рикошетятся или почему не вверх летят? Юга бамбузлд, я не знаю. Придорога. Нет. Вправо, что ты делаешь? Да он не хочет. Твою мать. Блин. Придорог, смотри. Нет. О, да блин. Ты чё пиздание ешь? Меня приблютузило. Ебать. Еще одно здание по соседству. Вот это здание подолбил. Смотри, куда летишь. Блин, у меня сигналит. Плохо. Смотри, куда летаешь. Еще один пух, и я сдох. Здание подолбил. Я походу здание подолбил. Все хорошо, да. Два готовы, переходим к следующему. Давай быстрее, блядь. Твою мать. Ой, здорово. Видишь, я дымлюсь, да? Да, тебе там вообще норм. У меня все помялось. Блин. К зданию примагнитился. Да по факту я от него оцениться вообще не мог. Я жопой выехал вообще от него, вылетел. Ох уж это Saints Row. Надо поосторожнее, вот когда в воздухе летать. А то и здание понастроили тут, и я бы не был. Блин, пожалуйста, говори уже этого звука, давай Кинзи, это, можешь побыстрее, не по правилам ездить? Нет, я буду специально ездить медленно, чтобы вы долго... А серьезно, объезжает, ты чё, дура, блин? Я буду специально долго, медленно ездить, чтобы вы долго наслаждались этой миссией, чтобы вы убивали врагов. Ну, банду убил. Вадим, у меня же лучше сейчас сама соединю. Отруби звук. Почему мне эту машину посылают? Я не знаю, лохи. Ты сразу же взрывается, блядь. Ну, хз. Разумно таки думали, блин, будет оно сложно.
Да, две вертушки летают, это несложно, блядь. Они на одного рассчитывали игрока. Ладно, последний остался. Давай, пожалуйста. Ой-о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 й-
Надеюсь, ты не зря? Надеюсь, это все? Да. Я думал, нахуй не доделаем. Атака с вертолета. 2000 баксов, 13 уровень, да, детка. Все, 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 спасибо. Браток Кинзи. А, все, походу, сделали ее. Слава богу. Так. О, денежка. Что там по... О, бабки, так. Давай. А, нет, нет, не сделали. 17 тысяч. Да ёпс туда. Веселого валяет. Так, погоди. Кинзи, откуда ты берешь информацию о декерах? Сопоставляй факлы. И что дальше? На телефонный разговор. Слишком многие могут нас слышать. Ладно. Веселый валет. Давай, иди туда. Ладно. Да почему я не могу доставку тачки вызвать? Игра, сука, в чем твоя проблема? О, сразу Каброн включает. О, это твоя... Бля. Я не хотел лобовуху выносить, думал, ты опять спер. Или там, блин, ограничение, что ли, по вызовам? Это из-за того, что, может, я вызвал, типа, и все, нахуй, больше нельзя. Бред собачий, когда мы вызывали оба. Странная фигня, короче. Здорово. Спасибо. Как это? Мигалкой помигаешь, типа, спасибо. Никак. Так. Будь осторожнее, я тебя заметил 2 квартала назад, в этом городе повсюду камеры. Приятно слышать. Я серьезный. Выброси свой потовый дорогой телефон. Через него я тебя тоже где угодно найду. Слушай, я себя немного странно все время такого разговора чувствую. Полностью согласна. Нам лучше использовать в качестве кода. Ну, скажем, диалект... Вылезай, с декерами покончено. Конечно, немного ослабь защиту, внезапно они сделают так, будто бы ты продаешь секреты Масату и подрабатываешь БДСМ госпожой. Мы устроены, если... Блин, чего за перевод? Блять. Может быть, такой мета минус, ты хочешь, чтобы... Ладно, я обращусь к тебе, если понадобится твоя помощь. Не забывай, выброси телефон. Что за ублюдский перевод, блядь? Сука, пиздатина. Там, блядь, пипец перевод. Мы не несли, мы можем... Серьезный урон? Чего, блядь? Кто переводил это? Так, сейчас, миссию. И почему? А, все, она закончилась. И почему ты говоришь, например, как там переведено, не потерял, например? Ой, точнее, я тебя нашел. Ты не мужик, Кинзи, ты вроде девушка, может, нашла? Но это у многих, типа, кстати, такая херня есть. Может, из-за этого так теряюсь, типа, думаю, чего, думаю, еще перевести надо быстро озвучить. А-а-а! Ублюдский перевод Saints Row. Отстань, урод, наша тачка, хорош царапать. Так, а че, какую миссию будем? Вообще похрен, давай любую. Давай странная наука. Давай. Какой тебе волына торчит с татуировкой? Да. Вы меня не знаете, но я ваш самый большой фанат. И я, ну, мне нужна ваша помощь. Вы же знаете закушенный веселый валет. Давайте там встретимся, я все объясню. Только что от нее уехали. Ой, я это вроде помню. Там вот такая дичь будет с этой бабой. С бабой? Ну, там баба ж болтала, ученая. Баба громил? Типа баба... Ночь будет темной и дождливой. С неба лила. А я скринял матушку природу. Говори так же, как он. Я и говорю. Не, типа, шепеляк, а... как что-то. Они подвели тебя, Джонни. Но я не подведу. Я твой самый большой фанат. Я долгие месяцы собирал всякое дерьмо. Его дерьмо. Темные очки, старая подъемная зеватика, бриллиантовая расческа. Мне казалось, я набрал достаточно вещей, к которым он прикасался. Я ошибался. Джонни? Айша! Стой! Ты клонированный Гэт? Да. Ладно, а где? Я как раз к этому переходил. Куда?
охуенно! Кстати, вы куда пошли? Мы пошли искать нашего друга. Да, вперед! Сядь, блядь, Джимми, предоставь это профессионалам. Вы хотя бы автограф не дадите? Да, я помню, там что-то бумбоксами ездили. Значит, это мужик. Блин, я помню, это Джонни Гетт и Громилу. Как начинать наше приключение? И с чего нам начать? Если речь идет о Джонни, то ему понадобится пушка. Веселая пуля. Хочешь, столько всего тебе в голову первым делом приходит это? Когда тут оказалось, мне понадобилась пушка. Да, но ты же знал, что нам придется сражаться с синдикатом. Клону Гетта вряд ли с ним придется столкнуться. Слушай, он все еще пиздец из-за Айджи, вряд ли он пойдет в кости играть. Черт, не поспоришь. Айджи кто это? Айджи это его там мертвая жена или девушка из второй части. А, нифига. Вряд ли он тут сбешенный клон Джонни наверняка бы устроил куда больше бед. Давай к следующему. Она там во второй части была секси такая. И вдруг явно был не у продавца оружия, но возможно следующий продавец смотрит продать на это свет. У меня нормально получается? Нормально. Ты ж, стой, вылези из машины, садись ко мне, чтобы типа тебе это, ну, нормально эти озвучивать. Ладно. Только быстрее его. Стой! Пошел нафиг! Давай, беги! Чел, машину сядет, а то я типа не мой сзади подкасты, как я не. О, тоже на Порше садится? Нет, не она. И Бонга Тачи. Он мне дважды выкинул его. Погнали. О, ну ладно, тоже нормальный музончик. Да, музон классный. Такой нагнетающий. Да. Погнали, погнали. Фига, тут машины перекрыты. Моргенштерн, и они тоже разыскивают Джонни? Не знаю, может спросим? А эти приблизения нацик героев бандиты из первоначально известной шайки Моргенштерна брошены на них свинцовый град. Парень, что присутствие этих негодяев наверняка связано с пропазой их друга. Шайки Моргенштерна брошены... А, блин. Чего? Блядь, я не понял. Нужно достать одного из них живых, чтобы выяснить, что происходит. Так, расспросите лейтенанта, иди сюда, говно. А, ты уже? Ты чего сейчас возьми хочешь? Я тебе сломаю что-нибудь, если не скажешь, что тут делали бандиты из Моргенштерна. Только не давайте мне это зверение. Он напал наших ребят, поэтому мы его выслеживаем. Мне теперь можно идти? Нам нужно идти где-то раньше этих ребят. Конечно, можно. Святые поняли, что понятия не имеют, где продолжить поиски. Но вдруг... Звонок. Алло. Ребята, я тут слушаю полицейскую волну. Формально законно что-то происходит. Говорят про каких-то больших монстров. Готов поспорить? Да, мне это тоже понятно. Стрип-клуб. Похоже, Гет может быть там. Черт, это очень похоже на Джонни. Блин, вот жалко тут ян таких нету, типа осторожно проезжать будет. Блять. О, я его слышал. Нифига, он там машину подбросил. Нифига! Вот. Да блин, задолбал, гони уже. Это что? Чё? Это видишь? Чего? А, это да. Типа, как машина, ну, это вражеская везет. Это взорвавшаяся машина? Да. О боже. Фига, он даже не врезался, так же, как я приехал. Красава. Послушайте типа мудрого совета своего умного надежного друга, они отправились в местный тип-клуб, готовясь сделаться толпой полицейских. Но когда они прибыли на место... Ёб твою мать. Ебать. Оооо. Дайте выйти. А где полиция? В данный момент это меня вообще не скребет. Чё, ты только посмотри на эту бойню.
через клуб забежал. Здорово. Полицию уже вызвали. Вы только посмотрите, что вы сделали с моим клубом. Джонни Гет мертв. Теперь расскажи, что тут было. Боже мой, этот здоровяк ломил сюда, выкрикивая свое имя, рассказывая что-то там про часы для стриптиза, а потом устроил тут погром. Люди запаниковали, он сбежал. Ич. Они знали, что здесь я казино. Святые, выходите, мы окружили здание. Но паниковать у нас героев не было времени. Черт, мы в глубоком дерьме. Сейчас не лучший момент, Джимми. Я знаю, я по полицейскому сканеру все, что вас там образили. Я знаю, как выяснили гетто, ждите там. Не, ну черт, Джимми едет сюда, нам пока придется держаться. Я вообще не... Подождите, Джимми. А? Надо. Итак, сиди засели формально законно. Твердо собраться до даты, когда их спасет их от полиции. Они храбро отстреливались от толпы врагов. Опасность была огромной. Они могли дождаться, когда их спасет их от полиции. Блин. Ваш никогда не теряли веры в своего... напарника. Чё с силами? Я не знаю. Ты тоже вот этого да. видишь? Да. Малыша всё нет. Чёрт, они вызвали спецназ! Ой. Оу, щит! О, надо щит взять! Бери щит! Take the shit, motherfucker! Да блядь! Пацаны, пусти, не выходи! Оу, щит! Мне больно! Там таймер. Что? А, блин. Оу, щит. Они себя слепили, придурки! Если у меня флешку, блядь, все божественно. У меня РПГ нет. Вернись формально с законом, еще миссию зафейлим. Мне больно, помоги! Фига не живучие. Да вообще жесть. Вон щит, бери, блин. Что? Вот у меня щит был. На солдате продолжалась безжалостная атака сил правопорядка, тем сильнее угасала надежда. Однако самый мрачный час через дым стрельба забрел лучик света, и надежда вновь появилась. Прибыл новый храбрый герой, готовый сесть ее. А, Джимми приехал, валим. Смотри, что я научился. Чё? Дайте быть, ребята, отсюда, спасите, ребята. Дайте быть, ребята, надо взять отсюда. А ничего получше, нельзя было угнать. Это после моей мамы, да будет с вами где-то, она очень надежная. Это много объясняет. Я могу сказать, за перемещениями Гет получил вот это вот устройство, только постарайтесь. Я был как раз вовремя, что спасти святых от вязной смерти, и вторым мы отправились на поиски нашего клонированного друга в огромном мегафлэйсе. Поражённо разработанным для этого устройства святые мы захотели узнать, как оно работает. Откуда бесконечный РПГ? Понимаете, ведь данные ДНК клонированного гетто в этом биоскане, я могу искать следы. А раз я тебя об этом спрашиваю, закрой рот и продолжай следить. Он быстрее, чем я думал. Спасибо за бесконечный РПГ, кстати. О-о-о-о. О, ща будет жопа, я вроде помню. Ой, я помню, мы тут так горели. Черт, это было бы куда проще, если бы ты за ним, знаем, вся полиция Старопорта не гонялась. Осторожней, стены. Да, защищай автомобиль. А он может еще медленнее ехать? Нет. Боже, со всех сторон. Ай. Вертушка. Что происходит? Я вертушки не вижу. Аккуратно тачку не царапай. Не царапай, блядь. Ну, да, не царапай. РПГ же царапает. Да. Здорово. Отлично остановился, братан. Да-да-да. Он где-то не перекрыл дорогу. Быстрее отсидите ее, пока Джонни не скрылся без виду. Готовы. Гони. Ох, ёп! Ох, это хаммер кабана. Да-да-да. Нет, это не хаммер кабана, это военные. Но у них же другой цвет. Нет, у них такой же, это песчаная раскраска, у кабанов другие. Куда ты поехал, конченый? Блять, куда он едет?
Ты бы еще без заколонки стал бы, блядь. О боже. Вам пока вот нормально. Но если мы сдохнем, я это все не заново. Еба. Да ёб! Чё происходит? Да, водила от бога. Офигеть! Чё происходит? Еще один блок плохо спереди! Нужно прорваться из него! Боже мой! Ты видел на камере? Да я видел! Полетел просто! Тачка у нас еле живет. Вертолет! Да ёб... Он долбал хаммер сбивать. Тачка обычно хаммер сбивает военный. Аккуратно, вертолет боевой. Мама, я хочу жить. А ты же у нас неуправляемая, что ли? Чего? Да? Ты не знал? Нет. А я так стрелял. Молодец. Нам нужно жить. Нам нужно жить. Бля. Твою мать! Хаммер! Блин, твою! Она как снаряд у нас полетела! Я видел! Боже, что происходит? Остановите! Эти еще лучидоры нас стреляют! Впереди! Ну я сейчас сдохну! И сядем, вам придется! Сам угадаю, зачистить его! Я сейчас сдохну! Я сейчас сдохну! Что происходит? Я жить хочу! Хаммер сзади, стреляй нахуй! Я сейчас сдохну! Я тоже, блядь! Мама! Пожалуйста, скажи, что это все! Пожалуйста, скажи, что это все! Хватит! Кого он перестреляет? О боже. Несмотря на все преграды, возьмите нашим пути полиции, мы продолжали погоню. Оказалось, что именно Гетти давал нам приблизиться к нему. Твоя мать, Гет вертолеты сбивает! Пожалуйста, хватит. Нельзя это оставлять, мы его потеряем! Я еще не сдаюсь. Не беспокойся, у меня есть простой план. Доверься мне. И чё? Фу, слава богу. Ебать. Господи. А всё? Блин. Ну продолжение будет. Да блин, почему всего гумиси не запихнули? Типа сразу машины мы выбежали и сразу пошли вода. Фу, слава богу, это всё. А мы у дома сразу же? Так, да, стой, стой. Всё, на этом эту серию надо заканчивать, ёб твою мать. Фу, жопа. Так, блин, дичь, капец, кошмар. Все, друзья, на этой серии Saints Row подошла к концу, продолжим в следующей части. Надеюсь, что вам понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Скоро увидимся. Офицер, пока. Убейте ее. А у нее пушка, убейте. Офицер, стреляйте в нее. Ты его убил, придурок. Я не убил его, чё. А, ну ладно, ему похрен. Он на меня целится, но ему похрен. Ладно.